Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Руди. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Хороший плохой выбор». Руди-ду, ребята, всем здорово! Итак, ребятки, сегодня мы снова снимаем для вас эту рубрику, поэтому собираем 10 тысяч лайков и снимаем новенькую серию. Ребят, сегодня у нас будет какой-то троллинг, поэтому надеюсь, что мы сегодня пройдем с Руди полускилл-тест, скажем так. Это будет интересненько, я не знаю, что будет впереди, но ходят слухи, что будет интересно. Мы начинаем со скутеров, поэтому, бро, ты готов, скажи мне? Да, да, и друзья, вам не сложно набрать 10 тысяч лайков, а нам приятно, так что сразу лайк по-любому. Отлично, давай, значит, стартуем, раз. Два, три, поехали! Гоу-гоу-гоу! Начали мы на скутерах. Ребят, напоминаю, быстро? Что у нас есть трасса, на протяжении которой мы будем выбирать разные... О! Я поехал направо. Я налево, тогда да. Ой, у нас здесь... Ой-ой-ой, у меня здесь... Что? Там, короче, типа, походу, моя тачка улетела. Да-да-да, кажись. Это какая-то Феррари, что ли, синяя, да, там? Ой-ой-ой, что это у меня? О, это новый Геттер. Фига. А что это у меня вообще? Фига. У тебя Феррич, а у меня Геттер. У меня Геттер новенький, 2020, что ли? А я хожу боком, братан. Я тоже бочком хожу, так что осторожненько. Что-то у тебя какая-то хрень, концепт как. А, кстати, не, он нормально едет. А, слушай, это Геттер реально новый какой-то. Но он, такое ощущение, что он как будто не доделан какой-то. А ты реально бочком ходишь, да? Да-да, ужасно тяжело. У меня просто... Я первый тоже поворот бочком прошел, а потом типа более-менее пошло. Ладненько, короче, едем. Там птичка Джон Стина была. Че, она тебя шатала? Да, она, короче, просто упала с неба, знаешь, как будто локтем. Я понял, как принял. На линге, короче. Понял, принял. Так, ну так, на самом деле пока я нормально отстаю, идем. Братан, я не могу ничего делать. Еще одна птичка или это та же самая? Не знаю. Ты мне скажешь, танк. Смотри, чтобы танк тебя не взорвал, не раздавил. О, здесь трамплинчики. Нормальненько, ой, так танк. Хорошо. Блин, а можно танк пересяду? Так, я выбор, я поехал. Я поеду налево. Был направо, теперь поехал налево. Так. Так, окей, и что у нас здесь? Направо. Здесь у нас. А, слушай, ну, вроде нормально. Вроде нормально. Да? Что-то выбор как-то быстро был, то есть буквально мы проехали там. Да и ладно. Даже не выехали с военной базы. Фигня, и... Это Феррари вообще. Да? Жесть. Так, у меня, короче, Макарон, у тебя что? У тебя РС-ка, да? Ха, ну так, тебе РС-6, РС-6. Думаешь? Да. Так, ехали мы. Че, куда? Телепорт. А. Ой, здравствуйте. Чего? А что это? А что это? А, это лабиринт! Братан, это лабиринт! Лабиринт? А куда ехать? А чего? Так вот что был троллинг, типа, да? Ема. Че, куда ехать? Куда? А че это прикол какой-то? А куда ехать-то? Да ну. Ты где-то здесь, да? Так. А куда? Он блин, огромный. Я в тупике. Охренеть он. Ты в тупике? Охренеть он огромный, вы че? Че, серьезно? Охренеть он огромный. Я в тупик приехал, чего? А подожди, а там нету ничего внутри контейнеров? Просто здесь как бы они открытые, но нет ничего. Просто в тупик приехал, прикинь. Блин, я думал, может, тут какой-нибудь проезд есть через контейнеры, короче, но... Да? Нифига, нифига. Ну, как так, бы, ты где-то интересно. Тут рядом, типа, как бы... Ну, я вижу тебя на радаре, и ты был где-то рядом, но я, короче, Да ну... Я не понимаю... Я вот здесь... Чё-то я думал, тупик, оказывается. Нет, не тупик. Так, нормально. Братан, А, здорово, братан. Привет, ты тоже здесь? Там ничего? Нет, нормально здесь все? Слушай, чё? Ищу, не знаю пока. Да, тут тупик, блин. Тупики, да? Да. Понял, принял. Так, спасибо. Да нет, что? Блин, понял, капец. принял, нормальненько. Блин, жесть. О, телепорт нашел, е-е-е-е. А куда ты делся? А ты, я потом... Я тут только сейчас туда заехал. Вот как ты меня вытолкал, я поехал прямо, потом направо сразу. То есть следующий поворот направо. Блин, так, я так близко был. Да. Короче, выбор, я поехал направо, и здесь, короче, слушай, у меня Порше. Я тоже нашел в таком случае. Да? Хорош. Так, я взял Порше и... Ты направо где? Поехал? Да, направо. Так, ну ты на налево поехал. А слева там, ема, там слева тачка стоит. Ладно. Да? То есть у нас гоночка по городу пошла, это видимо, да? Это же Круслер. На... Ну, это прям не там, прям не чит-чит-чит. Крайслер. Не, он хорош, так, ну, неплох. О, подожди, впереди дофига волрайдов вижу сверху. Подъем по волрайду. Тут три волрайда впереди. Подъем, потом еще два перпендикулярных будет. Ненавижу. Ема, это будет интересно. Это будет интересно. Не знаю, поднимемся мы, нет? Я и так отстал сильно. Так, тихо. Чувачки, двигайтесь. И ты уже, блин, так, уехал. Так. А вот и волрайд. Бот поехал по волрайду, чего? Так, а он зацепится? А он не цепляется, подожди. Он не цепляется же.
Так, сможешь подняться? Опа. Зацепился, нет? Я даже так перепрыгнул. Я возьму побольше разгон, потому что прям разгон плохой этого Поршика. Так, берем. Сейчас будем, короче, заниматься. Опа, вот нормально. Этим. Ой-ой-ой, он не цепляется, в смысле? А чё, как так-то? Ты это поехал? Кто меня там с пушки выстрелил, я не понял. С пушки? Слушай, да. а как если он... Короче, тебе, видимо, нужен разгон. Мощи, да? Ему то ли разгон нужен, то ли что, потому что ему тупо не хватает. Да ты чё? Здесь них... Ты чё, офигеть, хрен? Здесь... А в смысле здесь боты, чего? Они тоже все хотят попробовать. Боты по Wallrider решили прокатиться. Я из-за них не смог, короче, взять угла правильно, поэтому я упал. Подожди, может их как-то поудалять всех проще будет? Так. Давай. А, они не удаляются еще, чего? Блин, ты главное не удали рампу, братан. Да-да-да. Так, короче, вот сейчас взял разгон большой, по идее, должно получиться. Так. Вот, нормально. И пошли. Вот, все. Ой-ой-ой, да ты... Не, ей не хватает. А как проходить-то? Она вроде прокачана, и мощности не хватает. В смысле, алло? Слушай, я далеко забрался, но упал все равно. Да? От того, что тоже мощи не хватило. Так. Вот так, аккуратно, зацеп. Это вообще, а на не... самом деле, это вообще да не моя тема, я вам скажу. Так блин, что... на самом деле, это должно как бы, ну, довольно-таки просто проходить. А, вот ты поехал, поехал, да? Поехал? Да, все, хорошо. Вот, все, зацеп словил. И... Да, не, она просто немножко вправо я нажал, и все. Ты проехал это Wallride? Я проехал, да. Уже хорош. Уже дальше там улетел, но сейчас уже поеду на второй. Давай. Так, все, нормально. Опа! И поехали. Вов, да, она не может, короче, она сползает. А в смысле Porsche не может забраться по Wallride? Да, странная тема вообще, Пати. Короче. Это сейчас было немножко так, неожиданно. А я тем временем, слушай, прошел второй. Серьезно? Может тебе Ешку начать прожимать? Короче, ребята, не пройти мне Wallride это, потому что машина тупо не цепляется. Не знаю, что проблема у этого Porsche, но это как бы не, ну, необычная машина GTA, и да, поэтому да, она да. тупо не цепляется. Вот такие вот обычно, то спокойно проезжает, а вот на подъем она как бы сваливается вниз просто, поэтому, ну, это ж полная братан, шляпа. Явно не для этого, короче, не повезло тебе с выбором. Ничего страшного, думаю, что перепрыгивай, ничего. Да, я уже здесь все, въезжаю в телепорт, и вот даже так на бачке въезжаю, так, и я проехал направо. Так, я уже вообще удираю тут как бы, так а ты, что а ты тоже выбрал, направо поехал? Я поехал тогда? Направо, да. Да, я поехал налево, и здесь у меня Раптор. Здесь Раптор. Ты Раптор. Так, нормально. Я понимаю, братан, здесь, короче, подъем на Чилет у нас пошел. Да, подъем на Чилет. Но мы эту рубрику снимали еще в старые года, когда... Да, поэтому трассу мы знаем. Да, трассу мы знаем. Прекрасно, да. Так, как бы... Подъем наверх пошел. Ну, слушай, а Раптор, он такой, типа, ну, неплохой, конечно. Нормально, а у тебя, гелик, как да, какой-то? Просто. Да, слушай, у меня гелик, и, в принципе, тоже он такой шустрый, заряженный. Ага. Если я нажимаю на газ, то, в принципе-то, он едет, но я улетаю с дороги. А, серьезно? Мне кажется, ты сейчас меня догонишь. Возможно. А, вот я тебя вижу, я тут уже немножко по полям еду, чуть-чуть. По полям. Раптор хренов едет к нам. И песенку поет. А ну, малыш, давай. Попробуй отгадай. Так, давай. Все, бро, верим, что детские мультики смотришь, все нормально. Да, я... Ай-яй. Бывает. Так, значит, мы должны забраться вот сюда. Да, бывает. Да, давай ты поднимайся. Ну что, Раптор, на самом деле, он такой, то есть он прям, ну, быстрый. Хотя он огромный, типа тяжелый, но... У такой прям, да, шустренький. Да. Я тебя даже догнал. Догнал. На самом деле, я да бы, не, не был, блин, впереди был бы, то есть спокойно, если бы не гребаный Wallride, по которому тут просто Porsche ну, подняться это не правда. Мог. Это правда, тачка тебя, короче, подвела, конечно, на этой да, теме. Она просто сваливалась вниз, и да, мы, ребята, решили его вообще, обойти ну, вокруг. Мучиться глупо, я бы уже всю карту проехал, пока ты там 150 так, это раз мы сейчас... перепрыгивал. Это мы сейчас сюда, и... Да давай ты, давай. Слушай, давай. Я так иду примерно, короче, примерно на том же расстоянии все время от тебя, поэтому... Да, то есть я... Уже перестал догонять, и ты перестал отрываться, поэтому... Да, идем примерно одинаково в расстоянии. Либо там... Хотя, возможно, ты как бы отрываешься, но по-своему. Так, короче... Да. Очень интересно. Так, я когда на газ нажимаю, тачка начинает ехать просто бачком. А, фига, у меня вместо что тупо фанера. Понял, принял. Хорошо. Ой. Не, только не перевернись, нормально. Люди! Идем сюда. Мать! О, полетел, бро, не считай, езжай, не парься. Здесь как бы я с этим Wallride тоже я пролетел, поэтому фиг с ним. Да что ж такое-то? А, нормально, ты пролетаешь. Ты зацепился хотя бы. А он просто выстрелил тебе, да? Когда он едет и выстреливает. Да, вот я так и понял, поэтому... На газ нажимаешь, он сразу туда куда-нибудь. Ты в кустах уже иди, ищи. Ага, нормально. Ладно, пропущу. О, телепорт. Прям в телепорт заезжаю и чё, куда? Да, тут где-то. А, выбор. А я поехал, пожалуй, налево. Налево опять. И здесь у нас... О, май. Слушай, здесь у меня...
Хорошая машинка. В таком случае направо. Ой, а, мать, я сел, но я не телепортировался, а тупо сел. Ну, как-то. А, у тебя какая-то гоночная штука? У меня, короче, Бугатти, прикинь. У меня Бугатти. А у меня, не знаю, хрена, что это. Хрена Бугатти выжимает. Только единственное, управления Бугатти нет, а так она выжимает, конечно, офигеть как. Подожди. Охренеть, Бугатти выжимает. Ай! А у тебя там гоночный какой-то болид, да, какой-то болид, понял? Да. Айболит, блин. Айболит. Слушай, нормально ты так-то и наваливаю на этом Бугатти. Так, слушай, я тебе скажу, что я тебя догоняю так-то. А, серьезно? Ну, у тебя маневренность, да, у меня разгон, а у тебя маневренность получается. А, да, Вайн, вот, ну я понял, понимаю. А, ну зашибись, Понимаю, да. Обожаю. Сейчас бы на Бугатти по Вайнвуду. Обожаю. Понял, принял, норм, хорошо. Норм. Там, кстати, ты овечку спугнул на перекрестке. Да? Ну, главное, что не... Переходит, главное, что не раздавило, так неважно. Блин, я капец как потею, потому что... А, удивило, что там овечка, да? А, овечка. Так, сейчас мы так вот поворачиваем налево. Я просто очень-очень... Прямо сзади меня. Ты что творишь, молодой? Ну, я тебя решил не снести, короче, на повороте там. Да. Немножко сбавил. Не сноси меня. Блин, капец, как тяжело ехать на Бугатти. По Вайнвуду она не поворачивает. Слушай, а у меня идеально тормозит, хватается с дорогой просто моментально. Да? Единственное, что у тебя есть, это скорость. У меня есть скорость, вот. Да. Я, да. Скорость. Да. Иди сюда, блин. Тачки! Тр-тон-тон-тон-тон. Скорость. Так, я скорость. Так, да иди ты нафиг, догоняет он. Давай там по тормозам нажми, кондуктор. Так, поворачиваем сейчас направо. Стоп-кран. Стоп-кран, да. Так. А, впереди прыжок, братан. Сейчас забыл вписаться, поэтому... Вот так вот. И давай. Делаем красиво вертухай на колеса. Нет. Здорово. Не. Объехал. Нифига, объехал. Спасибо. Финиш. Ты меня вколотил. Я тебя вколотил. Да. Братан, извиня, если что, просто я... просто убрал в мусорное ведро и проехал к финишу. Ты нормальный, нет? Я просто ехал, она уже как... Она как вжарила, я просто тебе прилег на тебя немножко. Ты уж извиня, если что. Это было жестко. Посмотри, какая это тачка. Как ты на нее мог прилечь-то? Это жестко, ребят. Короче... Ребятки, ну это было жестко, потому что был лабиринт. На самом деле мы нашли, ну, быстро выход. Я думал, что будет тяжелее, на самом деле, под самое начало. Вот, а потом был, короче, волрайд, который я не смог проехать на Porsche. Ну, точнее, одну, как бы, часть из трех я проехал. Точнее, одну часть из трех я не проехал, остальные проехал на изи. Вот, но на подъем, как бы, Porsche не шел, поэтому это был мой косяк. Но давайте мы сделаем так. Вы пока, ребята, в комментариях напишите, кто в итоге, как бы, выиграл. Либо я, либо Руди, потому что... Чё ты меня взорвал? Потому что я не прошел волрайд, а Руди проехал вторым, то есть. Ребята, кто выиграл, вы пока в комментариях, то есть у меня пишите, либо я, либо Руди, нам будет интересно узнать. Окей, ребята, как у вас получилось, если вам понравилось, ребята, ставьте лайкусик, наберем 10 тысяч лайков и снимаем новенькую серию. И всем удачи, всем пока-пока. Всем пока, пацаны.